В гаражном боксе на Сибирском тракте Екатеринбурга обнаружили крупный арсенал. Среди находок автомат Калашникова, пистолеты, револьверы, глушители, около 200 патронов, наручники, граната F1, взрывчатка и многие другие смертоносные игрушки. Владелец гаража пояснил полицейским, что это не его, а друга. Отмечу, что подобную картину видели и оперативники в поселке Буланаш. Там местный житель изготавливал части оружия прямо на своем рабочем месте, а испытывал самодельные стволы в гараже. Все оружие изъято, против мужчин возбуждены уголовные дела.